Сегодня один из самых массовых чемпионатов мира по параскалолазанию, так как заявлено более 14 стран. Именно в Москву приехали самые топовые спортсмены. И как вы можете видеть на видео, уровень спортсменов растет все выше и выше, выше и выше. На финале уже подготовщики будут готовить категории 8 сложности. Наши спортсмены пока еще выступают очень достойно, но нам нужно больше готовиться, нам нужны новые базы, нам нужны спонсоры, нам нужно работать, работать и работать над этим. В данный момент это первый чемпионат мира, на котором выставлено порядка 20 участников от России. Все предыдущие, которые происходили, как это называется, не на нашем поле, они приходилось вести туда ребят. Мы уже занимали, то есть привозили бронзу с чемпионата мира буквально недавно, Даниил Сиченко. Несколько лет назад до карантина мы привезли бронзу с чемпионата мира в категории ПРП-1, это полностью незрячие. Вот, здесь он тоже выступал, выступил так себе, но еще завтра мы ждем ампутантов ног, у нас выступают люди в 5 разных категориях, этого еще пока не было. Поэтому, ребяточки, поднимайтесь с дивана, вставайте, приходите тренироваться, я жду всех, тренировки абсолютно бесплатные, вам просто нужно прийти.